Просто чудесной получается рыба в лаваше, если она приправлена вкусным соусом. И при этом абсолютно не важно, какую рыбу вы берете. У меня это будет скумбрия, которую я почистила, разделала на филе, удалила все косточки. Нарезаю на крупные порционные куски, солю, перчу, добавляю специи для рыбы, сбрызгиваю соком лимона и отставляю пока в сторону. Соус я готовлю из сметаны, в которую я добавляю растительное масло, яйцо, чеснок, зелень и специи. Соус получается просто превосходный, он и определяет вкус самого блюда. На середину лаваша кладу соус, репчатый лук, кружок помидорки, укладываю рыбу, снова лук, соус и заворачиваю все конвертом. В остатки соуса я добавила яйцо и покрываю этой смесью сверху лаваши, которые я уложила на противень. Сверху посыпаю кунжутом, запекаю полчаса при температуре 200 градусов. За это время рыба в лаваше успевает полностью приготовиться. Приятного аппетита!